Победы – это единственный по-настоящему объединяющий россиян праздник. Проходит десятилетие, но память о Великой Отечественной, боевая слава ее героев, беспримерный подвиг тружеников тыла живут в наших сердцах. Всех поздравляю с праздником Победы, всем благополучия, мирного неба. И низкий поклон всем тем, кто ковал Великую Победу, за то, что мы вот живем свободно, в свободной стране, под мирным небом. Сейчас они смотрят на нас с большой радостью и хотят видеть нас в будущем таких же, как были они. Им все лучше и лучше подниматься вверх. А ты готов защищать Родину? Я готов стать защитником Отечества. Глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия Вячеслав Владимирович Наговицын передает факел ветерану Великой Отечественной войны Виктору Федоровичу Сагаровскому. Склонитесь, и млад, и стар.